соревнованиях. Я боюсь, но все равно я выиграю. Их уже не остановить. Юные спортсмены из-за ссоры намерены показать елизавчанам и петропавловцам, что такое настоящая греко-римская борьба. И скучать на предстоящих соревнованиях не придется никому, гарантируют организаторы. Некий спортивный ивент, спортивное шоу, где спортсмены будут выходить под музыку, где они будут делать face-to-face, где им заготовлены классные, интересные подарки. «Ассора против всех» – так называется турнир. В поселке Карагинского района уже на протяжении многих лет преподают греко-римскую борьбу. Так сложилось, что именно на севере полуострова задают темп в этом виде спорта. Ярославчик, покажи мне, пожалуйста, какой ты сильный. Ассорским ребятам предстоит сразиться со спортсменами из Петропавловска и Елизова. Возраст участников от 8 до 16. Запланировано порядка 20 поединков. Вот поддержим, самое главное, детей и покажем своим детям, если вы их возьмете с собой, приведете, что есть борьба, есть интересные ивенты, когда спортсмены под музыку выходят, когда там их ринг-анонсер представляет. Стать зрителем спортивного шоу «Ассора против всех» может каждый. Соревнования состоятся уже в субботу, 20 апреля, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Радужный» города Елизова. Начало в 7 часов вечера, вход свободный. Приходите, греко-римская борьба – это зрелищно и сильно.